Привет, с вами Виконство. Сейчас я нахожусь в районе рынка Мотодром, и сегодня я хочу вам показать цены на новые автомобили. Приехал я в Автогигант. Кстати, этому салону в эту субботу будет ровно один год, поэтому, кто хочет приехать на празднование, получить подарки, то есть приглашение. Здесь продаются новые автомобили, и я буду делать обзор на некоторые из них. Давайте начнем из первого. Это Volkswagen Polo, двигатель 1.6, 90 сил, механическая коробка. Добрый день, меня зовут Здравствуйте. Евгений, я менеджер отдела продаж. Что вам подсказать, что интересует? Приехал автосалон снять. Цены на автомобили показать в наличии, как тут под заказ. Автомобили поставляются под заказ, как правило. Автомобили также есть в наличии для пополнения склада. Сможем привести любую марку, любую модель, которая вас может заинтересовать. То есть любую, там без разницы, это бюджетный класс, премиум, абсолютно сегмент. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Машины открыты все, да? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Если что, я вас позову. Так, Volkswagen Polo, двигатель 1.6, 90 лошадиных сил. Коробка механическая, год выпуска 2020. Комплектация Concept Line, цвет белый. Ну и вот серийное оборудование, которое установлено здесь на машине. Стоимость автомобиля составляет 776 900 рублей. Комплектация здесь минимальная, но изначально эти автомобили пользуются спросом, так как они по ценовой категории, конечно, выигрывают. По резине здесь стоит Кама Евро, размерность 175 на 70 R14. На колпаках по защите присутствует пластиковый локер. Пороги обработаны здесь антигравийкой. Защиты здесь нет. Ну и вид общий. Volkswagen Polo. Так, давайте присядем вовнутрь. Покажу вам, что здесь у нас есть. Два передних стеклоподъемника. Блокировка стеклоподъемника. По салону. Пробег составляет 25 километров. Управление бортовым компьютером. Время можно даже, кстати, выставить. И сервисное ТО, то есть на 15 тысячах. Сколько часов. Ну, кому интересно, если есть такая у вас возможность, то обязательно приходите. Также я уточнил, что на данные автомобили, которые куплены в этом автосалоне, распространяется гарантия. Это вам к сведению. Цены как у поставщиков с Российской Федерации. То есть, кому интересно, вы можете зайти на любой автосалон и ввести ту или иную комплектацию. И, в принципе, цена будет практически одна и та же. Здесь кондиционер в базе присутствует. Регулировки. Единственное, что нет магнитофона. Обогрев заднего стекла и кнопочка аварийки. По пластику здесь, конечно же, не стоит ожидать каких-то новшеств. Пластик твердый, а внизу немножко такой мягковатый. Ну, опять-таки, кнопка открытия багажника. Дальше подлокотника здесь нет. И по обивке, обивка сиденья тряпчаная. Бардачок. Так, ну, бардачок, в принципе, нормальных размеров. Зеркало. Зеркало есть. Подсветка в салоне и заднее сиденье. Так, давайте глянем, что у нас сзади. Стеклоподъемники. Ручек нет, но есть электростеклоподъемники, хотя управление только передними. Ну и сзади вот столько места. Также автосалон занимается продажей коммерческих автомобилей. Кому интересно, можно заказать абсолютно любую технику. Поэтому это вы тоже учтите. И багажник. Но сам Volkswagen славится своей глубиной багажника. И, в принципе, здесь
полноразмерное запасное колесо. Также есть ниша для дополнительного оборудования и инструмента. Ну и машинка вид с этой стороны. Единственное, что, я думаю, многие, кто разбирается в машинах, то, видите, я не знаю почему, но сколько лет прошло, а трос от ручника не могут чуть-чуть выше повесить. Но это так, дополнительно. Здесь точно такие же машины, по одинаковой по комплектации. Плюс еще стоит на подиуме. Тоже цена 776 900. Следующий Kia Sportage. Комплектация здесь побогаче, чем у Volkswagen. Ну и цена. Цена приблизительно составляет от 1,5 до 1 700 000, в зависимости от комплектации. Светодиодные фары, дневные ходовые огни, противотуманка в линзе по передней части автомобиля. Что они добавили? Модификаций у Kia Sportage было очень много, и они потихонечку добавляют некоторые хромированные элементы. Ну и плюс на решетке радиатора здесь обычная покраска, похожа на рояльный лак. По передку защита здесь из войлока, металлическую здесь только ставить нужно. Но это полноприводный кроссовер, так как, давайте я их сзади вам покажу. Здесь дальше есть редуктор, вот стоит подвеска многорычажка, и вот тоже стоят две полуоси, которые распределяют крутящий момент по задним колесам. Вид сзади. Что напоминает вам эта машина? Ну, по передней части, мне что-то кажется, она похожа на Porsche. Есть какие-то элементы. А так, напишите в комментариях. Может, вам она напоминает какой-то другой автомобиль. Давайте присядем вовнутрь. Что здесь? Два передних автоматических стеклоподъемника. Центральный замок. Блокировка стеклоподъемников. Автоматическое складывание зеркал. Присядем сюда. Пробег 33 километра. Видите, все в пленочке. И знаете, запах нового автомобиля. Ну, кто хоть раз сидел в таком салоне новом, то, конечно, в этот запах ни с чем вы не спутаете. По приборке, по торпеде. Сделали они вот такую небольшую модификацию. Кнопочки перенесли вниз и сделали большой такой экран. Наконец-то начали корейцы думать о глазах водителей, так как все-таки более приятно будет смотреть на большой экран. Присутствует тут бесключевой доступ. Ну, так как ключа нет, мы единственное можем включить. Ключ не обнаружен. Нам в любом случае нужен будет ключ. Автоматическая коробка, гидротрансформатор. По поводу двигателя, двигатель здесь двухлитровый, 150 лошадиных сил его мощность. По рулю, руль у нас регулируется по высоте и также по вылету, то есть можете под себя отрегулировать. Подогрев передних сидений, обогрев руля, голосовое управление на руле, кнопочки, и круиз-контроль регулируется. Что дальше? Подлокотник. Подлокотник не сдвижной. Две ниши под подстаканники. Кнопка управления спорт режимом, нормальным, эко. Помощь при спуске. Блокировка дифференциала. И датчики парковки. Если сравнивать Kia и Hyundai, то Kia более квалифицируется для молодежи. Строго все. А вот если сравнивать со платформенника Hyundai Tucson, там более такие спокойные плавные линии. Но опять-таки на цвет и вкус товарища нет. Двухзонный климат-контроль. Бардачок с подсветкой. Кстати, идет также в подарок руководство по эксплуатации автомобиля Kia Sportage. Большинство автомобилей в салоне, которые здесь находятся, уже заказаны некоторыми людьми. Поэтому, может быть, завтра-послезавтра на них кто-то будет ездить. Так, давайте я вам покажу еще подкапотное пространство. Ручник. Видели какой? Тут ручника у нас нет. Чем нас удивит Kia Sportage?
Обивка передней части капота является частично шумоизоляцией. Смазана петля капота. Что, новый автомобиль? Двигатель двухлитровый. Горловина залития омывайки. Ну и подкапотное пространство. Новый автомобиль есть новый. Пахнет обработка еще. Рекомендую Total Quartz. Так, закрываем. Еще раз вид Kia Sportage. Полный привод. Кстати, кому интересно, значок AVD символизирует полный привод. Резина Continental Conti Premium Contact 5. Размерность 225 на 60 R17. Индекс скорости V — это до 240 км в час. Передние тормозные диски вентилируемые. Задние у нас точно так же тормозные диски, но обычные стоят. Подкрылки сделаны здесь из войлока. Пластиковый обвес по всей длине автомобиля. Дальше дверка у нас открывается без пластиковой защиты. На некоторых автомобилях уже начали делать, чтобы не вымазывать вот этот вот проем вместе с аркой. Ну и вид сзади вам покажу. Багажник. И тут уже, кстати, идут коврики. Но этот автомобиль уже кто-то купил. Здесь присутствуют преднатяжители ремней. Здесь присутствует подогрев заднего дивана. То есть можно включать в два режима. И обдув задних пассажиров. Это подключение для детей, если дети передвигаются. Угу. Каких-то мониторов, планшетов. Так, еще я забыл упомянуть, что здесь есть бесключевой доступ. Бесключевой доступ и ручной тормоз для удобства сделан, ногами управляется. А багажник здесь как открывается? Багажник здесь открывается. Только так, да. Вот электропривода здесь нет. Непосредственно вот этот заказчик хочет дополнительно установить электрический привод. То есть это можно у вас в автосалоне установить? Да, конечно. У нас на сервисном центре мы сможем реализовать вот такие пожелания. То есть если, к примеру, приходит автомобиль, чего-то в нем не хватает, можно доукомплектовать? Доукомплектовать любыми опциями. То есть это автомобиль уже продан? Да, все верно. И сколько по времени приблизительно человек ждал? Срок поставки данного автомобиля был до 3 недель. А по поводу предоплаты, нужна какая-то предоплата? Да, конечно, предоплата в зависимости от ситуации вот с автомобилем. Имеется ли машина такая в наличии, либо этот автомобиль находится в стадии поставки. От 20% в зависимости от ситуации. То есть надо приходить и разговаривать по конкретному, конечно, автомобилю? По каждой машине отдельно, все верно. Складывается фальшпол и присутствует докаточка. Докатка, все верно. Заднее сиденье складывается 70 на 30 для удобства перевозки. Обычно в седанах 60 на 40, а здесь 70 на 30. Да, все верно. Для лыжников или для рыболовов лючка открытия нет. Да. Но так вообще кроссоверы пользуются же популярностью. Да, конечно, на сегодняшний момент самые популярные машины как раз кроссоверы. То есть автомобили на стыке классов. Да? То есть внедорожник, не внедорожник, универсал, не универсал. Вот. Угу. А по поводу сервисного обслуживания? Да, сервисное обслуживание. Потому что я там на Volkswagen видел, ТО 15 тысяч стоит. Да, все верно. Значит, сервисное обслуживание осуществляется на станции. Сервисный интервал в зависимости от мотора и модели, он может быть разный. И гарантия 3 года, либо 100 тысяч километров пробега. То есть человек сам выбирает? Ну, что быстрее наступит. В месяц сколько приблизительно автомобилей люди покупают? Ну, там, 5, 2, 10? Ну, скажем, более 20. Более 20. Приходят, интересуются? Да, да, приходят, интересуются. Мы довольно-таки конкурентоспособны. На рынке сейчас довольно-таки мало представлено возможности приобрести новые автомобили. То есть в основном это пригон из Европы. Конкуренцию составляет только пригон из-за рубежа. Абсолютно верно. Есть сложности, связанные с доставкой запчастей.
там, американских автомобилей. Но опять-таки, можно купить Volkswagen Polo за 780 тысяч, и можно купить за 780 тысяч BMW 3-ю, но только неизвестно, в каком она состоянии будет, с какими повреждениями. Как правильно, такие машины довольно-таки сложно в дальнейшем эксплуатировать, потому что большое количество затрат необходимо на них. Угу, я понял. Спасибо, ну я потихонечку дальше пойду. Цена 776 900. Он точно такой же, как мы делали обзор. Kia Cerato. Двигатель 1.6, 123 лошадиных силы, механическая коробка, шестиступенчатая, цвет серый, комплектация комфорт. По комплектации, кому интересно. И стоимость данного автомобиля составляет 1 159 900 рублей. По передней части автомобиля. Дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, ближний свет в линзе, дальний галогенка. Здесь пластик черный, сверху окрашено серебристым. Ну и такой более злой вид. Соплатформенник является Hyundai Elantra. В принципе, они похожи. Кому что нравится. Резина здесь стоит 195-65R15. Kumho EcoVin. Treadwear здесь 420. То есть это цифра, которая обозначает количество километров, пройденных по американским дорогам. Вы эту цифру должны умножить на коэффициент. Если мне не изменяет память, то где-то этот коэффициент является около 1.5. И приблизительно вы можете рассчитывать, насколько эта резина пройдет по километражу. Пластиковые локеры здесь присутствуют также. Вот такой вот небольшой дефлектор передний, который продувается здесь воздухом. То есть сюда заходит, по идее это является охлаждением тормозной системы. Ну либо аэродинамика, я не знаю, как-то корейцы это придумывали. По обработке здесь также, как и на всех автомобилях, антигравийка, брызговички маленькие, небольшие. По нижней части все обшито здесь пластиком. По подвеске. Спереди Макферсон, сзади балка. Давайте снизу заглянем, что у нас тут под машиной. Заводская обработка под запаску. И вот у нас балка стоит. Тоже пластиком все дальше немножко обшито. И вид сзади автомобиля. Это поворотник, да, внизу они сделали? Угу. То обычно сверху ставят, а они модифицируют. И задний ход тоже здесь, да? Угу. Ну и вот вид сзади автомобиля. Давайте присядем вовнутрь. Все присутствуют 4 стеклоподъемника. Блокировка стеклоподъемников. Дальше. Руль чем-то смахивает на Kia Sportage. Дальше датчика света. А датчика света здесь нет, да? Датчика света нет, это модель, ну как комплектация, комфорт. Комфорт, да. Этот автомобиль оснащается подогревом руля, трехдиапазонным подогревом сидений, системой стабилизации, управление бортовым компьютером и радиомагнитолой осуществляется на руле. Коробка механическая. Кондиционер. В высшей комплектации люкс уже будет начинаться, климат-контроль. По салону. Обивка тряпчаная. Немножко есть даже поддержка для ног. Бардачок. Торпеда здесь более такая строгая. Подлокотник. Подлокотник не сдвижной. Передний обогрев сидений. Ну и в принципе тут управление магнитолой. Очень маловажно. Можно заметить, что сиденье имеет регулировки по высоте. Лифт. Также имеются регулировки рулевой колонки по вылету, по наклону. Угу. Что имеет возможность подстраиваться под любого пассажира. Даже длинноногого, как я. Ну да, чуть повыше сделать, чтобы было видно хорошо приборную панель. Выглядит чисто для внешнего вида. Этот автомобиль еще никто не купил, да? Нет. Угу. По задней части есть стеклоподъемник. И вот такой вид. Дефлектора обдува здесь нет.
Спинка складывается здесь 60 на 40. Давайте еще глянем багажник. Багажник здесь открывается вот так. Видите, сам уже открылся. Видимо, присутствует пружинный механизм. Фальшпол и полноразмерное запасное колесо в 15 диаметре. Lexus RX 300. А этот автомобиль куплен? Это купленная машина, автомобиль пригоняли, привозили для заказчика с выбранной им моделью. То есть это человек пришел, да, выбрал у вас? Выбрал машину. А то есть, к примеру, если мне захочется или там человек хочет прийти купить, он приходит и уже с вами разговаривает? Все какой... правильно, мы поднимаемся прайс-листы, выясняем комплектация, какое его интересует, какие опции должны присутствовать в автомобиле, цвет машины, ну и все остальные вот опции, которые в себя включает автомобиль. То есть поэтапно проходим вот эту процедуру для подбора автомобиля человеку. Ну, плюс немаловажно то, что гарантия действует от завода и изготовителя. От завода изготовителя, да, 3 года, либо 100 тысяч километров пробега на нашем СТО можно получить. Угу. Ну и обслуживаться тоже, соответственно. Да, плюс проходить ТО, менять масло. Да. Здесь этот автомобиль куплен. В форме икса сделана передняя решетка. Покрашена пластик. Ну, это уже элементы хрома. Светодиодная оптика полностью. Угу. Ну, здесь все премиум. Газовые упоры, да, идут. Накладка. Турбированный мотор. Двухлитровый. Да, комплектации, это уже человек просто решил такую выбрать. Мог, да, конечно, верно, и подешевле. Можно было и дешевле, можно еще дороже приобрести. Все в зависимости от... Вот по желанию заказчика, все верно. Ну, понял. Качественно. Все зашито, все закрыто. Ну и дополнительная, как шумоизоляция, резинка, чтобы не летела здесь. Воздушный фильтр большой, да. И омыватель фар, ну, и передние парктроники. Света, передний, задний парктроник здесь. А это ходовые огни или... А, это противотуманки. Противотуманки. Да. Ходовые здесь вот это, наверное, все, да? Верно. Угу. И поворотник. Здесь с левой стороны присутствует. Повторитель. Ну, такой Lexus. Давайте сейчас вовнутрь мы присядем. Ага. Как раз покажу вам для сравнения. 4 стеклоподъемника. 3 режима памяти сидения. То есть каждый может под себя настроить, как ему удобно. И электрорегулировка. Вперед-назад и спинка вниз-вверх. Также, то есть тут даже поясничный отдел регулируется. Я вот смотрю. Угу. Можно подделать. А вот это коврики, еще там тонировка, это все дополнительно ставится на СТО. Дополнительно устанавливается, все верно. Угу. Так, давайте покажем вам внутри салон. Так, ну здесь сидишь как в кабинете. По поводу рычага управления автоматической коробки передач, вот она. Здесь еще присутствует это типа мышки, да? Мышкой, да, можно регулировать. Управление, да, на дисплее будет все отображаться, когда панель тачка. Даже 2 разъема USB, 12 вольт розетка, эко. Нормал и спорт режим. Отключение ESP. Ну, здесь полноприводный, да, автомобиль? Это полноприводная машина. И вот как раз режим позволяет автомобиль полностью перестраивать. Это настройки автомобиля в спортивном режиме, экономичном режиме. То есть, соответственно, и машина едет согласно настроек. Так, здесь даже подсветка еще есть. Беспроводная зарядка, да, присутствует. Электронный ручник. Это 2 подстаканника, ну и дисплей, часы. Присутствует еще даже для CD-дисков проигрыватель. Бардачок и дефлекторы обдува. Регуляция вверх-вниз и влево-вправо. Зеркало я смотрю с автозатемнением, да? Да, с автоматическим затемнением, угу. LED-подсветка.
Тут тоже есть зеркальце. Так, давайте покажем еще багажник. А багажник здесь открывается тоже. Ключа с ручного управления. Угу. А это? Это набор автомобилиста. Ага. Минимум, в принципе, аптечка, огнетушитель, аптечка, аварийный знак. Знак аварийной установки. Угу. Фиксировочный класс. Давайте глянем. Докатка. Да. Сидушки здесь тоже складываются. Видите, здесь... А подлокотник дополнительно присутствует. Он также играет роль части сиденья. Угу. Откидывается он вот так вперед. Угу. Еще так же можно задним пассажирам, не из багажника, открыть лючок. То есть, как правило, этот лючок также служит еще дополнительно, если водитель, хозяин, хочет какой-то длинномерный груз положить, да, откидывается для удобства из багажника лючок, и можно, да, два режима с блокировкой и просто автоматическое открытие. Присутствует также камера сзади. Такой же Volkswagen, как и стоит там. Пользуются ли спросом машины такие, как УАЗ, Патриоты? Да, потому что многие там вот спрашивали, новые автомобили на рыбалку ездить, Ниву тоже можно, да, заказать, мы такие, да? Автомобили привозим. А продавали хоть раз что-то? Да, конечно, вот буквально недавно, скажем, в течение 2 недель вот, спустя, мы продавали автомобиль УАЗ Патриот. Машина оснащалась автоматической коробкой передач. Там уже автоматы ставят? Там уже автомат, да. То есть есть модель, которая позволяет устанавливать автоматическую коробку. Это гидротрансформатор 6-ступенчатый на стандартный мотор. Ну, полный привод с блокировкой. Ну, ладно, спасибо вам, Евгений, спасибо за показ. Спасибо большое. Приходите к нам. Все хорошо. До свидания. Ну, сегодня мы побывали в одном из автосалонов города Донецка под названием «Автогигант». Сегодня я показал цены на новые автомобили в городе Донецке. Если вам интересна такая рубрика, обязательно пишите вашу оценку внизу под этим видео. Ну а с вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.